чего курить-то опять тянет? Низок, не высок. Я же ужин вчерашний твой поделал, ничего. Засохло все, небось. Я привыкла. Меня Мария звать.
Мне в одном доме молока дали. Сами не знают, откуда корова взялась. Говорят, просто пришла. Бывает. И много тут народу поблизости? Тут? Тут никого. Я двое суток шла, прежде чем твое жилище заметила. Думала, уже упаду и все. Нет людей. Пусто. Хотя тут это как-то проще воспринимается. А откуда шла? Из города. Только там жить нельзя. Совсем нельзя. По трассе шла? Сначала да. Только там. Там еще хуже. Поэтому решил проселком. Все равно людей нигде нет. Чем дальше заходишь, тем тяжелее. Куда же ты идешь? Говорят, там на юге живут люди. Там цветут сады, поют птицы. Они живут там, понимаешь? Они выживают. А тут жизни нет. А ты оставайся, перезимуем. Весной здесь красиво, все распускается. Ежи приходят. Как же здесь жизни нет? Двоим не повезло. Мы встретились не в то время и не в том месте. Мне нужно идти. Когда начали уходить люди, я не знал, что и думать. И тогда я поселился здесь, где единственный страх вызывали во мне идущие мимо. Сколько их было? Почему они все идут дальше, несмотря на мою помощь? И что мешает мне вот так же уйти?